Чиновницу спасали из бухты в Вилючинске. Инцидент произошел в субботу утром. По словам очевидцев, Honda CR-V на скорости примерно 100 км в час пронеслась мимо здания ГИБДД в сторону гражданского пирса по пешеходной дорожке, а затем улетела в воду. Женщину успели вовремя вытащить на берег, ее увезли в больницу. По данным источников масс-медиа News, за рулем находилась 56-летняя заместитель главы администрации Вилючинска Елена Бойчук. Со слов мужа автоледи, у той случилось психическое расстройство.